Боль номер два. Итак, для того, чтобы знать ответы на все свои вопросы, нужно что сделать? Медитировать регулярно, молиться Богу, и через этот контакт вы устанавливаете контакт со своей душой, а душа – это часть Бога, поэтому так вы устанавливаете контакт с Богом и, естественно, Высшим Я. То есть у нас есть внутри все ответы на все вопросы. Если мы в этом контакте, то мы можем просто заходить в это состояние, и вот любой вопрос мы слышим или чувствуем ответ у себя в сердце. То есть не обязательно кому-то ходить на консультацию, мы всегда знаем, как правильно поступить, если в сердце живет Бог. То есть я тут присоединю свои 5 копеек, ставлю. Дубль 2. Потом 10-й дубль, пока они не слились воедино. Соединишь своим Высшим Я, то есть свой разум с сердцем, и мы будем знать все ответы на любые вопросы. Но нам также тренера, которые являются проводниками, да, которые нас практически здесь проводят по всем этим ступенькам саморазвития. Наставник нужен всегда. Обязательно. Друзья, но самое важное, сомневайтесь, ищите ответы внутри себя. Все ответы находятся именно там. Осознавайте, наполняйтесь. Дубль 3 уже не проходит. Всем любви, радости, живите, благости. С вами Ярослав Мудрованцов, Ганиметожение Беда, на Тегасе Green My Life и прекрасная... Каяна 153, ищите на Ютубе. Я знаю, ты знаешь, ты можешь делать это прямо сейчас вместе с нами. Супер.